Добрый день, уважаемые рыболовы! Только нужна информация, никаких поролонок в пизду. Вот вам приманка на замену. Вот это рисунок изготавливается, как и поролонка, и тоже из поролона. Только в задок напичкать перья марабу или красных ниток, а кому не нравятся красные, пусть всунет желтые. Принцип понятен, можно напихать и пленку от новогоднего дождика. Принцип главный или концепция или кому что ближе, оснащается как и поролонка обычная, тут нового нет. Дойдет, до встречи, до новых роликов.